Начинаем очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное. Вам всем была направлена повестка дня этого заседания. Есть ли какие-то замечания, добавления, исправления? Если замечания, исправления нет, есть предложение проголосовать за данную повестку. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Решение принято единогласно. Приступаем к работе. Первый вопрос о согласовании квартального свода календарного плана досуга социально-воспитательного здравоохранения спортивной работы с населением по месту жительства на третий квартал 2023 года. Пожалуйста, Каина Владимировна. Уважаемые депутаты, прошу вас рассмотреть вопрос о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2023 года. 13. Есть ли какие-то вопросы к Галине Владимировне? Достаточно подробно представлен календарный план. Если вопросов нет, то есть предложение согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план работы по досугу и социально-воспитательной физкультурной работе. За данное предложение прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Решение принято единогласно. Совет депутатов решил согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план работы по досугу и социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной спортивной работе с населением муниципального округа Бирюлево Запад.